Всем привет, друзья! Сегодня у нас не будет посылок, сегодня будем обозревать вот этот стол. Да ладно, шучу. Вот такая вот у нас посылка с сайта AliExpress. Значит, посылочка шла без трек-номера. Но здесь написано, что кабель 1 оценили $27.56. Ну, посылка шла, я примерно помню, где-то месяц, наверное, дней 28. Давайте посмотрим. Вот такая вот кабелина у нас в натуре. Эх. Значит, должно быть 2 метра вот этого счастья. Ну, обычный микро USB на обычную USB-шку черного цвета. Ничего, в принципе, такого особенного. Ну, прикольно, согласитесь. Если кому нужен такой кабель, допустим, не хватает что-то, чего-то. Я его брал для аквариума USB-шного, потому что хочу в розетку его втыкать, а не в ноутбук. Поэтому вот такая вот штука мне пригодится. Аквариум USB, посмотрите, будет скоро. Уже подъезжает, посмотрите, будет все супер. Ссылочка в описании, повторюсь, переходите, покупайте. Стоит сущие копейки. Лайк, подписка, кто не подписан, и вступление в группу. Пока-пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники. Одежда и многое другое. Подписывайся. Ссылка в описании.